Вам не хватает взаимопонимания именно в этом деле. Но вчера у нас ничего не было, Русь. Вчера, то есть, ну, как бы я там не хотела спать, там, да, ну, устала. Но можно меня разбудить как-то, поприставать ко мне? Да. Вот. Вот это. Мало ли, что я там сказала, там, я хочу спать, там, и как бы сейчас не хочу. Но я хочу, ты, ну, как бы, возбуди меня, а не так все же, ну, уже подготовить девушку. Я всегда пытаюсь, понимаешь, вот, ну, как он мне говорит, что он это делал первый раз, да, ну, оральные ласки. Не знаю, правда это неправда, но он говорит, что я вот, ты первая девушка, кому я это делала. Ну, а по ощущениям, как ты думаешь, первый раз или нет? Есть опыт какой-то? Ну, поначалу, честно, было неопытно, честно. Потом я ему показала, как что, как правильно там. Ну и все, и там уже пошло как бы. Да, но все равно, знаешь, там, ой, там устал, ой, язык уже устал, там, ну, такие же моменты. Я говорю, блин, что за фигня? Капец. Ну, реально. Ты-то что думаешь сама? Все? По поводу? Ну, по поводу Черкаса. Все? Мне кажется, да. А что ты хочешь? Ну, мне нравится, что я хочу. Ну, я...